это уже готовится закусочка армянская. Засыпала солью. Завтра будем готовить. Так, сегодня готовим еще одну закусочку. Консервируем на зиму. Значит, это армянская закуска. Для этого она делается очень легко. Все режется кубиками. Вот баклажаны посолила на ночь. Они дали воду, промыла, на друшлачок выложила. Все, баклажаны готовы. Томат. Все ингредиенты напишу. Томат, чеснок и морковку. Вообще надо кубиками. Но я решила морковку тоже на мясорубочке. Итак, теперь режем кабачки. Кабачки, баклажаны, красный острый перчик, лук кубиком. Теперь перчик. Даже отправляем перчик тоже кубиками. Все. Отправляем сюда наш томат, морковку и чесночок. Нарезаем сюда петрушечку. По рецепту идет петрушка. Я добавила укроп и половинку укропа, половинку кинзы. Все отправляем сюда же. Теперь 1 стакан воды, постное масло, 1 столовая ложка 70, сейчас я вот налью, уксус 70%. И сюда добавляем 1, 2, 4 столовые ложки сахара, 3, 4 и 2,5 соли, 1, 2 и половинка. Все отправляем, перемешиваем, отправляем вариться. Сейчас сюда, ой, какой запах пошел. Все отправляем вариться на час. И сованные баночки. Хочу вам показать процесс. Вот идет у меня, например, я поставила вот это вот армянская закусочка. Я это поставила, оно у меня варится. Час ему кипеть. Банки стерилизую. Баночки стерилизую. Перекладываю их на чистое полотенчико. И следом уже делаю следующий рецепт. Пока у меня здесь закипит, у меня уже будет готов этот рецепт. Все вот так вот конвейером. Вот наша закусочка готова. Разливаем ее по стерилизованным баночкам. Все, закатали нашу закусочку по-армянски. Получилось 4 пол-литровые, 1 семисоточка и 1 маленькая, даже не знаю, сколько здесь, наверное, грамм 300. Готовьте очень быстро, я люблю вот такие легкие, быстрые рецепты.